Тамиль спрашивает, какую версию Redos используете, 7.3 или 8 при обучении? Рамиль, разница на самом деле не сильно существенная. На прошлом открытом уроке я использовал 7.3, сегодня буду использовать 8-ю версию Redos. В основном большая часть занятий проводится на 8-й версии Redos. Но, скажем так, по большей части базовые понятия и там, они одинаковые. То есть принципиальной разницы вы не заметите. Так, Redos на RPM или DEP? Как давно отделился от ветки? Егор, Redos это не что иное, как форк CentOS по большей части, поэтому эта система изначально была Red-хатовская, и, соответственно, пакетная база там на RPM. Так, Егор, что значит вместе сроки? Вы имеете в виду сроки Linux? Это формально уже очень разные дистрибутивы. Так, Максим спрашивает, аналог AD только в расширенной версии можно разворачивать. А что значит расширенной версии? Опишите чуть более подробно. То есть из аналогов AD вы имеете в виду контроллер домена, да, я понимаю. Контроллеров домена из очень похожих на Active Directory это только Samba. Есть альтернатива Active Directory, это FreeIPA. Вот, она более такая линуксовая, скажем. То есть что вы имеете в виду? Так, Егор, лицензии. Не совсем понимаю, про что идет речь, про лицензии. Распишите, пожалуйста, подробнее. Так, Red не препятствует поднимать домен на свободной версии. Да, Red не препятствует, там можно поднять и самбу. У них неплохая документация на эту тему есть, и фри потом можно развернуть. Так, я тогда предлагаю наше занятие потихонечку начать. Так, слышно, видно, это мы уже с вами прошли, запись наша идет. Отлично, плюсы ваши вижу, активность вашу вижу. Итак, давайте немного познакомимся. Кто я? Меня зовут Никита Климов. Я на текущий момент работаю инженером в компании Актив. Свой путь в мире IT, в том числе Linux, уже начал более 8 лет назад. Занимался радиоэлектроникой, связью, потом плавно перекочевал в Embedded Linux и на текущий момент занимаюсь тестированием Linux-систем, в том числе отечественных, и продолжаю это делать на сегодняшний день. По правилам нашего вебинара. Значит, активно участвуем, задаем вопросы. Вопросы ваши я увижу. Не сразу смогу на них, наверное, ответить. Также, если вдруг я ваш вопрос не заметил, не увидел, продублируйте его, пожалуйста. И что по занятию? Наше занятие продлится порядка полутора часов. Запись всем придет на почту, то есть вы ее увидите обязательно. По вопросам также хочу добавить, я не все знаю про Linux, поэтому на какие-то вопросы, наверное, не смогу вам ответить, и это более чем нормально. Но вы в любом случае задавайте, я буду с вами честен и либо смогу дать ответ, либо не смогу. Так, давайте немного познакомимся с вами. Расскажите, пожалуйста, ваш опыт работы с Linux-системами, с операционными системами GNU Linux. Ну, от 0 до 10, где 0 вообще не знаком, 5-6 активно хорошо работаю, 9-10 являюсь экспертом в Linux. И также расскажите, с какой целью вы записались на занятия. Так, Рамиль, вижу 10. Рамиль, возможно, вам будет не так интересно на сегодняшнем занятии, потому что мы сегодня будем рассматривать, скажем так,
некоторую базу, с которой будем дальше двигаться, и классические команды, которые используются в Linux для того, чтобы управлять файлами, директориями и так далее. Так, вижу ваши оценки. 3, 7, 5, 6. Так, Дмитрий спрашивает, RepoCentos можно использовать в целом? Я бы не советовал это делать, потому что все-таки пакетная база будет весьма сильно отличаться. Так, Рамиль, вижу углубиться, может, какие-то фишки увижу, команды, которые не используем. Ну, в любом случае, да, стоит посетить, почему нет. Так, вижу, оценки у нас максимально разные, есть все от 0 до 10. Сразу хотел бы пояснить, наш курс рассчитан на системных администраторов, которые, в принципе, уже работали либо в целом в мире администрирования, либо в операционных системах Linux. То есть какие-то базовые вещи мы здесь можем упустить, вам может быть что-то непонятно, но в любом случае вы спрашиваете и постараюсь ответить. А также прошу тех, кто активно участвует в чате, также отвечайте на вопросы. Итак, давайте немного поговорим про компанию, благодаря которой мы с вами здесь сегодня собрались. Это компания Otus. Так, а что из себя представляет Otus? Otus – это компания, которая создает курсы для IT-специалистов от джуниоров до лидов команд. В большей части, если не все преподаватели, это действующие специалисты с опытом, то есть они готовы делиться своими практическими знаниями, навыками. Также у Otus есть образовательная лицензия, поэтому все курсы, это программы повышения квалификации, профпереподготовки, вы по выпуску с курсов получаете официальное удостоверение или диплом, а также сможете сделать налоговый вычет. Направления курсов. Направления курсов максимально разные. Это программирование, это администрирование, это тестирование, геймдев, информационная безопасность, любое направление курсов. По цифрам. Значит, компания существует уже более 7 лет. Выпустили порядка 40 тысяч выпускников, 170 курсов, более 600 преподавателей. Так, давайте перейдем непосредственно к теме нашего занятия. Сейчас посмотрю на ваши вопросы. Так, лучше ходить на подобного рода занятия, даже если работать с Linux давно, для обновления знаний. Да, Александр, вы правы, почему нет? В любом случае, опыт, который можно получить на занятиях, он пойдет всегда на пользу. Так, Алексей пишет, пока Linux... В конторе нет, но импортозамещение двигается. Да, Алексей, вы правы, без этого никуда. У нас также есть закон о КИИ, который обязывает к 1 января 2025 года импортозаместить определенные сферы. Вот в том числе и все к этому идет. Так, Игорь, Red импортозамещаем, но есть вопрос в узкоспециализированном ПО. К примеру, деловая почта VIPnet на Linux. А здесь больше уже, Игорь, вопрос к непосредственно к продукту VIPnet. Честно, не знаком. То есть с почтой не имел ничего общего, не поднимал, не настраивал. То есть какие-то базовые почтовые серверы, да, поднять труда не составит, но с VIPnet, честно, не работал. То есть здесь уже вопрос к вендорам того, кто почту делает. Так, CryptoPro есть. CryptoPro есть. Да, я со своей стороны могу сказать, что помимо CryptoPro и RootToken полностью поддерживается на всех отечественных операционных системах. В том числе я этим часто занимаюсь. Ну, давайте перейдем к делу. Давайте поговорим с вами про устройство файловой системы. Что есть такое файловая система? Формально можно, скажем так, назвать несколько определений в зависимости от контекста. Первое определение файловой системы – это способ организации данных на диске. То есть, когда у нас есть некий файл, и который занимает определенную именованную область данных на диске. Это формальное академическое определение. Но в рамках нашего сегодняшнего занятия мы с вами поговорим про файловую систему как способ организации каталогов в нашей операционной системе. То есть что под этим я подразумеваю? Что
мы с вами рассмотрим сегодня нашу файловую систему и то, как она из себя представляет на примере работы с директориями, с каталогами, с файлами. И давайте непосредственно начнем с того, как это все выглядит. Если говорить о мире Windows, то у нас есть разделение на так называемые локальные диски. Локальный диск C, локальный диск D. Вы заходите внутрь локального диска, передвигаетесь по каталогам, директориям, которые там находятся. Вот. То в мире Linux все устроено немножечко иначе. У нас с вами есть всегда корневой каталог, который называется каталог root. То есть, и с него начинается все движение по всем директориям, находящимся в системе. От этого каталога root у нас расходится дерево остальных каталогов. То есть вы не можете создать какой-то каталог над каталогом рута, вы можете создать только вложенный каталог. То есть, как правило, файловая система Linux содержит в себе предопределенный набор каталогов, вложенных в основную директорию root, и в которой у вас хранится все, что вам необходимо. То есть у нас корневой каталог – это не что иное, как основа файловой системы, а все остальное будет находиться внутри. То есть любые диски, любые устройства, все, что, скажем так, будет необходимо, будет находиться во вложенных каталогах основного каталога root, корневого каталога. Давайте немножечко пробежимся по каталогам. У нас есть каталог bin, который содержит в себе исполняемые файлы. Как правило, здесь расположены программы, которые используются в там, либо режиме восстановления, либо в однопользовательском режиме. Каталог boot – это каталог, там, где хранится ядро нашей загрузки операционной системы. Каталог dev – это каталог хранения устройств. Все устройства у нас из себя представляют файлы, и мы частично сегодня этого коснемся и поговорим об этом, что у нас лежит в каталоге dev. Каталог etc, etc. Это каталог конфигурационных файлов. В этой папке у нас содержатся конфигурационные файлы и программы, которые установлены в системе, настройки пользователей, настройки, не знаю, того же там DNS, DHCP и так далее. Все находится здесь. В каталоге Home – это домашний каталог пользователя. В рамках этого каталога у нас создаются другие под вложенные каталоги. Там хранятся, как правило, домашние директории пользователей, которые есть в системе. Ну, мы сегодня с вами это тоже посмотрим. Каталог Lib – это каталог системных библиотек. Каталог Media и каталог MNT. В принципе, они в каком-то смысле взаимозаменяемые, но, как правило, туда либо у нас монтируются CD-ромы, либо монтируются блочные устройства. Но, опять-таки, это уже более по желанию, кому как нравится. Каталог Opt – это optional, это каталог хранения софта стороннего, скажем так. То есть у нас устанавливаются туда проприетарные программы, игры и драйвера, которые в себе уже хранят все необходимые библиотеки. То есть это, скажем так, директории, которые подразделяются там на вложенные структуры и в которых у нас лежит все, что необходимо уже для запуска полноценной программы. Каталог root – это домашний каталог пользователя root в системе. Каталог prods представляет из себя каталог, где хранятся все наши текущие процессы. То есть мы частично это затронем, но, скажу честно, не глубоко, не сегодня. Каталог sbin – это каталог, в котором у нас хранятся системные исполняемые файлы. Вот. Он очень похож на каталог bin, но при этом в каталоге sbin хранятся файлы, которые доступны, ну не файлы, а исполняемые программы, которые доступны на ранних этапах загрузки, еще в тот момент, когда у нас не монтируется каталог USR. Каталог TMP – это временный каталог, ну, условная такая помойка, что там хранятся временные файлы, которые при, скажем так, перезагрузке, при выключении, все, что находится в этих каталогах, все у нас уничтожается. Так, и давайте еще каталог var, да, мы не рассмотрели. И каталог var – это файлы логов, по большей части, каталог хранения переменных файлов, каталог хранения также различных кэшей, баз данных и так далее.
Так, давайте посмотрю на ваши вопросы. Так, каталог SIS. Так, ну, каталог SIS – это системный каталог. Он, кстати, вот не везде он присутствует, ну, как минимум на слайде нет. Так, Lost and Found – это каталог, который создается в момент создания файловой системы, скажем так. Этот каталог будет присутствовать на любом блочном устройстве, которое вы подсоединяете в свою систему. Так, и, ну, давайте, да, еще USR я не упомянул, да. Так, USR – это программы пользователя. То есть все, что касается программ, предустановленных пользователями, все, как правило, ложится в этот каталог. То есть там свои отдельные папки для работы с библиотеками, бинарные файлы, файлы, которые необходимы для включения, да, include и так далее. Все плюс-минус находится там. Итак, давайте начнем, наверное, да, начнем нашу работу с каталогами. Для этого давайте я перейду в нашу систему. Итак, это Redos 8. Это операционная система, которую я развернул в VirtualBox. Так, вот вы можете наблюдать, что это. 8 Redos. На ядре 6.6. То есть, ну, весьма свежий релиз. Так, начнем с чего? Давайте начнем с простого. Давайте начнем с утилиты ls. То есть, что такое утилита ls? Я сейчас попрошу тех, кто знает, написать в чатик, как вы себе представляете утилиту ls. То есть, что это? Угу, так, вижу. Угу. Так, вижу, да. Вы все пишете, в принципе, правильно, да, что это есть утилита, которая выводит информацию о содержимом каталога или нашей директории. А формально она расшифровывается как list directory, что в буквальном смысле будет означать, как, точнее, list directory contents, что будет означать перечислить содержимое каталога. Можно дать и другое определение утилиты ls, что это утилита пользовательского пространства, которая выполняет системные вызовы чтения директории и отображающий результат выполнения этих системных вызовов. Мы как раз сегодня с вами об этом чуть более детально поговорим. Что она представляет? То есть, действительно, да, мы с вами получаем перечень каталогов, которые у нас есть. И, ну, давайте тоже для примера, давайте рассмотрим, например, что у нас лежит по какому-то адресу. То есть мы видим, что у нас есть, что у нас будет вывод определенных файлов, которые находятся в той или иной директории. По умолчанию ls сама по себе выбирает текущий путь для просмотра. Также мы в данной утилите можем задавать все, что нам необходимо. То есть любой путь в системе, который нам интересен и нужен, да, и мы, естественно, с вами получим вывод, то, что находится в данном каталоге. Давайте рассмотрим теперь чуть более детально. Например, мы попросим сделать более полный вывод для нашей утилиты и посмотрим более детально, что здесь есть. Итак, что мы здесь с вами наблюдаем? Сейчас мы с вами наблюдаем следующий вывод. Мы с вами видим, что у нас есть, скажем так, папки, директории, да? Как мы с вами это определяем? Давайте начнем с самого начала. То есть у нас с вами есть, скажем так, непосредственно отображение того, что из себя представляет файл. То есть берем первый символ. Первый символ D – это означает directory. Дальше идет набор прав. То есть мы с вами видим права RVX, дальше R-X, R-X. Они разделяются по правам, скажем так. Вначале идут права пользователя, потом идут права группы и все остальные. Права пользователя RVX – read, write, executable. То есть
чтение, запись и исполнение. То есть для данного каталога нам доступны эти права, если мы являемся текущим пользователем. Дальше права для группы RX, то есть мы можем либо читать, либо выполнять. В данном случае к директориям всегда применяются права X, если необходимо предоставить доступ. И также для всех остальных RX рассматриваем то, что нам интересно дальше. Это владелец данного файла и группа, в которую входит у нас данный каталог. То есть вы можете видеть, что здесь владелец тестер. Это как раз-таки мой пользователь, под которым я сейчас работаю. И вот, например, для другого каталога у меня есть владелец root. То есть он является и владельцем, и группа, в которую у нас причислена, скажем так, наша директория, да, также является root. И здесь идет у нас уже дальше последнего изменения нашего файла. Давайте, например, выведем другой пример. Например, изображение. То есть, что мы видим здесь? Если указан прочерк, то это означает не что иное, как файл. То есть это именно уже конкретный файл, да, который у нас присутствует в системе. Давайте вернемся к презентации, и я вам еще немножечко расскажу, какие, в принципе, бывают типы файлов. Типы файлов, как минимум я, который знаю, их всего мной известно 6. То есть это обычные файлы, как мы их себе представляем, символьные, бинарные. Это директории, это ссылки, блочные устройства, символьные устройства. Файл типа P – это именованный канал. Мы с вами об этом чуть-чуть поговорим сегодня. И S – это сокет. Ну, давайте для примера мы с вами посмотрим на блочные и на символьные устройства. Так, вернемся в нашу систему. И давайте посмотрим, что нам покажет каталог dev. Только, конечно, с флагом минус L. И вот что мы здесь с вами сможем пронаблюдать. Мы с вами здесь видим, что у нас первый символ нашего вывода для каждой строки – это символ C, да? Это символьный файл. То есть операционная система его воспринимает как символьный файл, с которым мы можем работать. Ну, давайте я чуть более сделаю, наверное, другой, менее такой вывод. Сейчас, минуту. Вот, например, у нас есть символьный файл dev0. У него он также является символьным, и это означает то, что мы с данными файлами можем работать посимвольно. То есть мы будем считывать их по одному символу. Также и записывать, если у нас это позволительно, мы также будем записывать в них посимвольно. Ну, также, например, устройство наше DevNull, мы также будем с ним работать по символу. Посмотрим блочное устройство. Блочные устройства из себя представляют диски в нашей операционной системе. Смотрите, у меня два диска, то есть у меня диск SDA, диск SDB, и они являются блочными устройствами. Как раз таки мы это видим. Какой еще, например, можно посмотреть пример? Можно посмотреть, например, только мне для этого надо будет перейти в рута, потому что я доступ не получу. Можем посмотреть, как выглядят, в принципе, с вами файлы сокетов. Для этого делаем, перейдем в каталог, в run. Наверное, так. Если я ничего не путаю. Так, да, вот он у нас, как один из примеров того, что вот этот файл является сокетом. То есть вот вы, в принципе, можете и увидеть такую надпись. То есть, ну, не надпись, да, отображение того, что это есть. Так, по отображению и просмотру с именованными каналами, с пайпами, мы с вами поговорим чуть попозже, когда мы с вами до этого дойдем. Так, подскажите, на текущий момент есть у вас вопросы? Так, вижу, Максим пишет, пока вопросов нету. Угу.
Так, Алексей спрашивает, как редактировать посимвольные файлы. Так, в данном случае вы не сможете его редактировать, как минимум те файлы, которые у нас в каталоге Dev, вы не сможете их редактировать. Вы можете либо их читать, либо их писать, либо в них писать. Так, давайте пока вам еще немножечко покажу про работу LS. Какие у нас есть полезные флаги? Например, у нас есть флаги. Давайте мы перейдем в каталог моего пользователя, потому что там файлов побольше. Например, мы хотим отобразить все скрытые файлы, которые у нас есть. По умолчанию они не отображаются при вызове команды ls. То есть для их отображения мы используем флаг минус a, то есть all. И мы таким образом с вами увидим скрытый файл. Да, скрытые файлы у нас именуются через точку. То есть первый символ, который у нас используется для именования файла, идет через точку. Таким образом мы говорим, что файл скрыт. Если мы с вами сделаем обычный вывод, мы этого не увидим. Если же мы хотим посмотреть отображение ссылок, которые у нас есть в системе, мы это будем делать через ls-l. Так, в данном случае у меня их нету. Давайте посмотрим здесь. Так, нет, он почему-то не показывает. Так, нет, он почему-то здесь не отображает. А, нет, это если мы... Да, сейчас, одну секунду. Так, вот, например, сейчас я долистаю, найду ссылку. Что-нибудь по устройству. А, ну, в принципе, флаг минус L у нас также отобразит наши ссылки. То есть ссылки — это не что иное, как... если проводить некую аналогию с Windows, это не что иное, как ярлык на наш файл. Ссылки бывают разных типов, они бывают там, символические либо жесткие, но сегодня мы это не рассматриваем. То есть у нас есть не что иное, как, допустим, наш файл, который ссылается куда-то сюда. То есть вот, да, вы видите, что он будет ссылаться вот на данный путь. То есть и это вот отображение наших ссылок. Так. Что еще здесь можно посмотреть? Например, если нас будет с вами интересовать информация про наши айноды для конкретных файлов или директорий, то с ключом минус i вы можете получить конкретный номер айнод для текущего каталога или для там файла. То есть это все также будет отображаться здесь. Так, давайте немножечко чуть более глубже копнем в то, что выполняет утилита ls. Давайте с вами посмотрим то, что вызывается у нас при вызове нашей утилиты ls. Если несколько кратко рассказать о том, что мы сейчас будем делать, мы с вами посмотрим, что у нас сейчас будет производиться при запуске ls. Мы с вами увидим вызываемые функции системных библиотек glibc, а дальше мы уже посмотрим, как эти библиотеки вызывают системные вызовы, которые и выполняют всю работу, которую нам необходимо. Итак, для этого что сделаем? Для этого мы с вами вызовем утилиту ltrace и передадим ей на вход нашу команду ls. ls точкой, точка означает это текущий каталог. Так. Хорошо, мы видим, что ltrace у нас не найдена. Она не найдена. Почему? Наверное, она у нас не установлена. Да, у нас утилита ls не была установлена. Сейчас мы это с вами делаем. Теперь она у нас должна быть доступна. Итак, только что мы с вами, ну, как минимум, установили утилиту. И вот видим, что мы здесь с вами получаем. То есть тут прям действительно много. У нас даже все не влезло. Так, для этого, для того, чтобы нам чуть было более понятно, что мы делаем, мы давайте запишем весь вывод того, что здесь происходит, в файл.
Для этого мы с вами добавим параметр минус по и лоб. Вот, на текущий момент смотрите, что произошло. То есть утилита ls, точнее утилита ltrace у нас все, что необходимо нам сделала, при этом записала все свои действия в файл log. И после этого утилита ls также нам вывела все то, что здесь у нас есть. Ну, давайте с вами посмотрим через помощью утилиты ls файл нашего лога. Итак. Ну, идем в самое начало, и что мы здесь с вами видим? Мы с вами видим здесь то, что у нас происходят различные вызовы, их действительно много, и в данном случае, сразу поясню, мы с вами не будем глубоко сейчас в это погружаться, нас будут интересовать конкретные, скажем так, вещи того, что происходит с точки зрения системных вызовов. Так, сейчас я их, наверное, не найду сразу. А, нет, вот найду, да. Пожалуйста. То есть у нас происходит опрос нашей текущей директории, в которой мы есть, и мы производим чтение конкретной директории. То есть мы запрашиваем информацию о ней. Это сейчас все происходит на этапе опроса всех наших каталогов и файлов в системе по текущему пути. Ну да, в том числе все также происходит. Давайте я сейчас попробую подняться наверх, чтобы понять, откуда все началось. Так, хочу найти первый вызов преддира. То есть смотрите, что происходит, что мы делаем. Как раз таки вот он, первый библиотечный вызов OpenDir. Мы ему на вход передаем значение, да, то есть точка в нашем случае это означает текущая директория, в которой мы работаем, да, то есть мы попросили информацию о текущей директории. И после этого у нас появляются вызовы, в которых мы читаем уже файлы, которые находятся внутри нашей директории. То есть все, что вот здесь как раз и происходит. Вот идет чтение этих директорий. Чтение директорий, чтение файлов, то есть это все, ну, .pkr файлы, bashrc файлы. Идет чтение, и так происходит со всем, что находится в директории. Так, ну, поскольку в директории лежит много чего, поэтому у нас вывод действительно большой. Так, вот она идет. Продолжается дальше чтение у нас. Скажем так, на молок, на мем-цпу мы с вами не будем сегодня рассматривать, что это, не будем вникать. И идем в самый конец. Что здесь нас интересует больше всего, на что бы я хотел обратить внимание, что у нас вызывается библиотечный вызов fclose. То есть вот он даже, по-моему, для нескольких просто будет вызываться. Вот. Это то, что я бы хотел вам немножечко прояснить, что действительно происходит, когда мы вызываем с вами эту утилиту. То есть наша утилита ls, она с помощью библиотеки, точнее, обращается к библиотеке glibc и вызывает библиотечные функции. Библиотечные функции там fread, fclose, fopen и так далее. То есть все это происходит как раз-таки на этапе работы с библиотекой glibc. Давайте с вами спустимся сейчас на этап ниже. Для этого мы воспользуемся утилитой strace. Что такое strace? Strace – это утилита, которая позволяет нам получить список системных вызовов, которые выполняются при работе с нашей утилитой. В данном конкретном случае мы возьмем утилиту ls, но, в принципе, можно воспользоваться любой утилитой. Что мы для этого сделаем? Давайте, наверное, с вами перейдем в другую директорию, потому что там у меня поменьше файлов, и, естественно, вызова будет меньше. Так, давайте вызовем утилиту strace. Так, у меня... А, как классно, у меня ее тоже нет. Я почему-то думал, что она у меня установлена. Так, собственно, установили утилиту strace, используя пакетный менеджер U. В принципе, не принципиально. Там либо U, либо DNF. Не сильно важно. Итак, давайте посмотрим, что у нас в директории лежит. В директории у нас находятся условные 5 изображений. И давайте теперь вызовем утилиту strace и передадим ей то же самое на вход. То есть как раз-таки утилиту ls с указанием текущего пути.
Итак, вот, файлов меньше, поэтому системных вызовов происходит действительно меньше. И что мы здесь видим? Давайте, в принципе, немножко кратко затронем о том, какие системные вызовы у нас есть. У нас есть системные вызовы управления процессами, системные вызовы управления файлами, управление каталогами и файловой системой и прочие системные вызовы. Итак, по управлению процессами. Как раз-таки первый вызов, который у нас есть, это execve. То есть это как раз-таки мы говорим о том, что мы запускаем. То есть когда мы с вами запускаем утилиту ls с точкой, то есть на самом деле мы с вами запускаем вот эту утилиту. То есть это ее полный путь, где она располагается. И дальше мы видим описание, что это утилита ls и те параметры, которые идут при запуске этой утилиты, да, то есть те опции, которые мы передали. То есть ровно так же, если мы сюда передадим ключи, то есть они также будут отображаться здесь. Итак, давайте смотреть, что дальше. Что мы с вами увидим дальше из интересного. Так, мы с вами начинаем получать доступ к библиотеке, да, которая нам нужна, но которая отсутствует. Дальше мы после этого закрываем. Дальше у нас с вами начинаются операции чтения того, что есть. Сейчас мы с вами до них доберемся. Так. Нет, все равно вывод весьма большой получается. Так, это уже операция записи идет у нас. Давайте посмотрим, где мы впервые это видим. Что мы для этого сделаем? Давайте мы с вами сейчас запишем весь вывод из трейса, также файл, по указанию файла. То есть мы с вами можем написать, например, обозначение файла без указания пути, и тогда файл запишется в нашу текущую директорию. Либо мы можем с вами указать там полный путь до того, куда мы там хотим сохранить этот файл. Но в данном случае у нас как раз-таки файл уже здесь, да, как раз у меня выполнилась команда ls, у нас появился файл с логом. Давайте посмотрим на наш файл. И давайте как раз-таки попробуем поискать по тому, где мы с вами видим имена наших файлов. А, вот, кстати, да, мы с вами их увидим. Ну, в принципе, да, вот мы их с вами видим уже здесь. То есть они у нас отображаются уже как раз-таки в момент записи, получается. Да, я просто... Так, я так понял, были определенные проблемы с презентацией, да, с нашим текущим шарингом экрана и со звуком. Так, скажите, сейчас видно, слышно, видно ли презентацию? Так, все, отлично, да? Так, напомните, пожалуйста, на каком моменте я отвалился? На каком моменте перестали меня слышать?
Да, видимо, какой-то момент был, я не сильно уследил. В общем, что бы я хотел вам донести своими действиями, что я делал, что любую утилиту, с которой мы работаем, мы можем с вами рассмотреть с точки зрения работы с библиотекой GLibC, с точки зрения работы с системными вызовами, да, то есть в тот момент, когда мы с вами подставляем утилиту LS, мы считаем, что она у нас выводит файлы в директории, да, но файлы там, каталоги, то, что как бы мы просим. Но при этом мы с вами можем рассмотреть и то, что происходит под капотом этой программы, то есть также отследить то, что она делает, какими системными вызовами пользуется и как обращается с библиотекой GLibC. То есть это, скажем так, единственный посыл, который я вкладывал в мои текущие действия, чтобы вы могли, как бы, скажем так, тоже уметь это делать. То есть вопрос уже следующий, нужно ли это вам или нет, это вопрос второй, но в том числе, что вот у вас есть такая возможность, что так можно делать. Так, давайте немножко посмотрю вопросы. Какой есть аналог для macOS в части S-Trace? Вот не готов ответить, с macOS не работал. Я думаю, стоит, наверное, погуглить, если там, в принципе, если Mac, в принципе, допускает это делать. Так, системный вызов чтения каталога пока не нашли. Да, давайте, думаю, опустим это. Не готов прямо сейчас тратить много времени. Я думаю, в принципе, мы быстро управимся с вами, но мы уже очень много времени потратим. Так, не GLibC, а Musl. Есть разница, Павел? Наверное, будет. Так. Пам-пам. Так, Дмитрий, вот вы сами ответили, да, на вопрос как раз Алексея. Так. Каталог ETC как каталог для функций конфигурационными файлами. Не подскажешь, где надо хранить настройки пользователя? Они должны быть едиными для всех пользователей, чтобы при этом не требовать права суперпользователя. Так, Виктория, смотрите, что вы подразумеваете под конфигурационными файлами пользователя? Что имеется в виду? Если я вас правильно понял, у нас в каталоге ETC есть файлик, который называется bashrc. Давайте мы его с вами, кстати, прочитаем. Так, он, по-моему, если мне не изменяет память, так, он называется bashrc. Да. Что это есть? Это не что иное, как конфигурационный файл, который у нас производит первичную настройку нашего пользователя. Там есть несколько файлов, если что, в чате поправьте меня, но я вот сейчас помню про bashrc, в котором у нас производится настройка всего нашего окружения для пользователя. То есть мы с вами сюда записываем конкретные переменные для пользователя, какие-то его преднастройки, работы с терминалом, если это требуется, там работа с алиасами и так далее. Помимо этого, для каждого пользователя у нас существует. Так, давайте посмотрим еще здесь, в моей домашней директории. Так. Если так, нет, он, наверное, не так не выведет, да? Давайте так. Да, вот смотрите, у нас в рамках конкретной директории для пользователя у нас помимо этого создаются файлы bashrc, bashprofile для каждого пользователя. При этом файл bashrc при создании пользователя, подчеркиваю, при создании, он берется из каталога etc, etc bashrc. То есть, но это только в момент создания. Вот. В последующем для каждого пользователя мы этот файл уже можем индивидуально править. Вот. Но основа у нас находится в каталоге etc. Так, надеюсь, ответил на этот вопрос. Так, Виктория, ну, если на вопрос не ответил, вы тогда сообщайте еще. Так, давайте немножечко перейдем. Давайте теперь поговорим о классических утилитах, которые мы, как правило, используем при работе с операционными системами там, Linux и RDOS в частности. У нас есть утилиты перемещения файлов, утилиты копирования файлов. Давайте их на примере с вами рассмотрим. Так,
То есть, да, мы сейчас на... Так, нет, я уже куда-то убежал. А, правильно, я убежал в каталог root. Правильно, да. Так, я убежал в домашний каталог. То есть у нас есть утилита cd, благодаря которой мы с вами переключаемся по директориям, да, это change directory. А, утилита есть cp, копирование, ну, например, да, мы с вами хотим, там, например, копировать все из папки изображения, например, в папку документа, да. То есть какой, в принципе, здесь получается смысл? То есть мы с вами говорим утилите cp, то есть копии, откуда копировать и куда копировать. То есть смотрите, что сейчас произойдет. То есть мы благодаря команде cp скопировали все, что у нас было в одной папке, в ту папку, в которую мы задали. То есть это работа утилиты cp. Также помимо этого у нас есть утилита mv, которая позволяет перенести файлы, да, move. То есть именно перенос всех файлов, которые есть в папке изображения, в папку документы. То есть таким образом из папки изображения у нас все с вами будет именно физически перенесено, да, в папку документа. То есть мы все с вами сделаем перенос. То есть в папке изображения ничего не останется. Так, по утилитам, что я еще мог недосказать? Так, по утилитам, да. Утилиты PVD, иногда она бывает полезна, эта утилита. PVD, что нам говорит? Утилита PVD имеет, по сути, одну основную функцию, то есть показать, где мы сейчас есть. То есть утилита PVD говорит о том, по какому пути мы с вами находимся. При этом путь у нас будет показываться полный, да, от корневого каталога и дальше с определенной вложенностью, где мы будем находиться. Если мы с вами перейдем в директорию, ну, например, музыка, и попросим PVD показать, где мы, то есть таким образом она показывает наше текущее местоположение. По большей части ее всегда используют в скриптах, эту утилиту, и вот я в частности тоже. То есть она мне угождается именно при работе с какими-то скриптами. Итак, еще давайте досмотрим еще утилиту mkdir. То есть это утилита создания директории. То есть что просит эта утилита на вход? Она просит у нас как минимум название нашей папки, да, например, folder. И мы даем какое-то название. То есть, и благодаря этому у нас утилита mkdir создает каталог в нашем текущем месте, где мы хотим, либо же мы указываем полный путь того, где мы хотим создать наш каталог. Да, ну это там, например, тестер, и мы указываем, где ее создать. Собственно, давайте мы посмотрим. Да, действительно, вот она здесь создается. Ну, поскольку я сейчас работаю от пользователя root, она будет у меня иметь уже, можем, кстати, с вами в этом убедиться, folder. Она будет иметь, собственно, группу и пользователя root как владельца данной директории. Вот так. И еще кратенько рассмотрим с вами утилиту rm. Утилита rm – это не что иное, как удаление файлов и каталогов. Для удаления каталогов отдельно существует утилита rmdir, которая позволяет удалить каталог. Но мы, в принципе, можем с вами и через утилиту rm сделать то же самое. То есть удалить каталог, который нас интересует. Так. Но для этого мы должны будем указать флаг минус R. Так, смотрите, здесь есть некоторая особенность, в принципе, я замечал. Но это, опять-таки, тоже преднастройки утилиты RM. То есть где-то нас спросят о том, хотим ли мы удалить данный каталог, а где-то нас не спрашивают, хотим мы это делать или не хотим. Но мы соглашаемся и удаляем наш каталог. Так, давайте пойдем дальше. Так, также у нас есть утилиты для работы с файлами и каталогами. Это работы, которые уже не работают по большей части с файлами. То есть, что подразумевается под этим? То есть, у нас с вами работа с файлами может производиться либо в текстовых редакторах, да, либо непосредственно уже через классическое наше терминальное, там, псевдотерминальное окно. Что я имею под этим в виду? Давайте я перейду
каталог. Так, утилита cat. Утилита cat позволяет нам прочитать весь файл от начала и до конца. То есть данная утилита у нас производит чтение там с первой по последнюю строку. Ну, здесь уже в зависимости от нашего окна, да, то есть если весь файл попадет, а он, по-моему, не попал. Да, он не попал. Что еще есть? У нее есть утилита tag, то есть утилита tag будет читать с последней строки по первую, то есть у нее будет инвертированный порядок чтения. Ну, давайте мы... давайте еще рассмотрим то, как можно создать файлы. Создание файлов у нас через команду touch. То есть командой touch мы с вами создаем файл. Touch, файл, файл 1, txt. Так, давайте его заполним чем-нибудь. И сохраним. Так, это если что, я сейчас использовал текстовый редактор Nano. Что будет? Вот мы с вами выводим файл, который мы только что создали. То есть это с первой по последнюю строку. Если мы с вами захотим вывести обратный порядок, то мы с вами увидим, да, что порядок у нас другой. Мы читаем с последней строки по первую строку. Дальше. Дальше рассмотрим утилиты head и tail. Что делают данные утилиты? Утилита head, она выводит первое количество строк файла. Ну, по умолчанию это идет 10 строк. Давайте посмотрим на работу этой утилиты. Например, давайте также на примере нашего файла. Мы, ну, в данном случае, поскольку у нас файл меньше 10 строк, мы с вами выводим все, что в нем есть. Для указания конкретного количества строк, которые мы хотим вывести, мы используем флаг минус n с указанием количества строк. Например, я хочу вывести одну строку. Вот, собственно, таким образом мы и выводим количество строк, которые у нас есть. У нас, кстати, здесь был более интересный файл, да, как раз файл логов. Например, перескочила. Давайте head. Ну, давайте по умолчанию посмотрим, что она выведет. Ну, если посчитать, здесь как раз-таки получится 10 строк. То есть мы, опять-таки, этим можем управлять. Мы можем задавать количество строк. И их уже будет больше. Дальше. Утилита tail. Утилита tail имеет обратную задачу. И утилита tail у нас выводится как хвост, да, и она выводит последние строки в файле. Ну, например, да, давайте также возьмем tail и посмотрим, что она выведет нам в данном файле. Она выведет последние строки нашего файла. Мы ей также можем указать для примера количество строк, которые мы хотим вывести. Вот, и мы с вами видим, что вот она нам вывела последние три строки. Так. Давайте перейдем дальше. Дальше по утилитам. Так, что у нас тут осталось? Тут на самом деле много чего осталось, но я смотрю по времени. Мы, наверное, часть на нашем уроке сегодня опустим. Я прошу прощения за это. Но я надеюсь лучше рассмотреть какие-то такие более специфичные вещи, чем базу. Так, давайте поговорим с вами коротенько о том, как, в принципе, в нашей операционной системе мы можем поискать исполняемые файлы, которые у нас есть. Ну вот, например, в тот момент, да, когда мы с вами вызываем утилиту ls, мы бы хотели знать, в принципе, то, откуда она у нас вызывается. Для этого у нас есть утилиты, которые используются для поиска исполняемых файлов. То есть как это будет выглядеть? У нас есть утилита which, и мы на вход ей задаем необходимый наш бинарный файл, который мы хотим узнать, где он находится. Вот. При этом утилита which нам говорит о том, что ls – это не что иное, как alias на ls с флагом color auto. Я думаю, знающие люди, подскажут, о чем идет речь, и непосредственно, где находится наш утилит. Да, то есть утилит ls у нас находится по этому пути. То есть она у нас в директории usr bin, и там уже непосредственно находится ls.
Например, мы хотим посмотреть, где у нас находится Midnight Commander. Так, Midnight Commander. Мы вот с вами увидели, что это также алиас, да, на вызов нашего Midnight Commander. Так, и что еще? И еще у нас есть утилиты как раз-таки для поиска исполняемых файлов. Это VRIS. У них очень схожий функционал, но при этом утилита VRIS использует, точнее, не использует, а используется для того, чтобы искать помимо бинарных файлов, также смотреть исходные коды наших приложений, если они при этом есть, то есть если мы их на машине собирали. Давайте также на Midnight Commander посмотрим. И что нам говорит текущий вывод? То есть мы видим, в принципе, все, что у нас есть по утилите Midnight Commander, то есть где располагается и что у нас по нему есть. У нас есть вывод, кстати, еще также информации о MAN. То есть MAN – это у нас документация, да, на Midnight Commander. И это все также нам будет выведено с помощью утилиты VRIS. Так, и, например, чтобы нам вывести. А, и из полезного, то есть если нам действительно это будет необходимо, мы с вами можем спросить у этой утилиты, в каких каталогах и директориях она в целом смотрит. То есть давайте вот посмотрим, что мы получили на выводе. Мы видим с вами каталоги bin, и в рамках этих каталогов у нас происходит поиск наших бинарных файлов. Каталоги man, то есть в данных каталогах мы с вами ищем документацию. И каталоги source, сердце, то есть тут, где мы с вами смотрим исходные коды, если они у нас при этом присутствуют. То есть в рамках этих каталогов и директорий у нас будет производиться поиск. Так, если тут есть вопросы, пишите. Я пока посмотрю в чат. В чате прям много всего. Я смотрю, вот здесь активно. Я пытаюсь найти вопросы, на которые бы не было ответов. Так. Так, да, здесь все, я так понял, увидел речь про как раз-таки работу с пользователями. Так, Дмитрий спрашивал, минус R, да, рекурсивное удаление. Так, sudo rm и прямой слэш. Павел, я вам покажу эту особенность, если у нас останется время, но я вам покажу ее нестандартно, не как это принято. Так. Так, группе на права, да, я понял, здесь идет как раз-таки речь все про работу с пользователями. Так, покажите, как искать необходимый файл. Так, мы к этому вернемся, файлы мы еще с вами посмотрим. Так, расскажите о основных отличиях RedOS, CentOS и RHEL. Так, Дмитрий, давайте мы ваш вопрос постараемся перенести на конец, и я думаю, мы можем об этом поговорить. Так, Максим пишет tail-f для просмотра логов. Да, так, утилиту tail мы с вами не рассмотрели. Давайте коротко к ней вернемся. Самое основное преимущество утилиты tail, что можно просматривать какие-то файлы, которые, скажем так, имеют постоянную запись. Вот, в том числе для просмотра логов. Давайте с вами перейдем в каталог наших логов и посмотрим, в принципе, что у нас тут есть. У нас здесь хранятся все логи системы. Ну, скажем так, 90%, да, всех логов находится здесь. И для операционной системы RedOS у нас основной файл это messages. То есть для деп-подобных систем это файл syslog, для там, RedOS в частности это файл messages. То есть что он из себя представляет? Давайте мы его просто посмотрим. Ну, он весьма огромный. То есть это все идет вывод этого файла. То есть прям он очень-очень большой, вот, конкретно на моей машине. И что нам позволяет сделать утилита tail? Утилита tail позволяет, скажем так, рекурсивно читать вывод файла, причем при том его конец. Давайте мы с вами это посмотрим. Так. Да, то есть на текущий момент действительно идет вывод. То есть вот у нас утилита запущена, она у нас не закрыта. Вот что мы видим. Ну, например, давайте я сейчас открою еще, наверное, один терминал. Ну, для простоты, да. И вот мы с вами видим, что у нас записались логи. И они здесь постоянно обновляются. Например, я перейду сейчас в пользователь root.
И как раз-таки мы видим, что в нашей логе системы вот пишется информация. Да, вот утилита tail у нас в этом смысле, она нам очень полезна. Так, я прошу прощения, это у меня тут особенности отображения виртуальных машин. Я сейчас постараюсь это исправить. Да, теперь, я думаю, должно быть чуть-чуть получше. Так, давайте немножечко вернемся к презентации. По файлам мы с вами чуть-чуть поговорили. Про cat обсудили, cat tail. Так, и поиск файлов. Так, давайте с вами перейдем теперь к тому, что у нас является пайпами в Linux. Так, для этого, что есть пайп? Пайп – это у нас, скажем так, академическим языком, это канал межпроцессного взаимодействия. Что у нас подразумевается? То есть в тот момент, когда мы с вами, например, хотим объединить несколько утилит в нашем терминале для работы друг с другом, они у нас не имеют общего адресного пространства, и тем более они не могут у нас обмениваться какими-либо данными. По умолчанию это так. Но для того, чтобы как раз-таки мы позволили командам друг с другом обмениваться информацией, да, например, там, мы что-то читаем, куда-то мы это хотим записать, либо как-то обработать, у нас используется как раз канал Pipe для межпроцессного взаимодействия. Как это выглядит в рамках операционной системы? Давайте посмотрим. В том числе, например, что мы хотим сделать. Да? Например, мы хотим с вами вывести файл messages, да, наш текущий файл. Ну, опять-таки, он большой. И что мы хотим? Мы бы хотели, допустим, этот файл отфильтровать и вывести по нему только интересующую нас информацию. Да? Например, ну вот, не знаю, давайте, например, вот возьмем за основу да, вот это вот обозначение. Да? Что бы мы сделали? Мы воспользуемся утилитой grep, которая позволяет нам искать внутри нашего файла. То есть по умолчанию с утилитой grep мы можем либо искать какие-то внутренние файлы, точнее, не внутренние файлы, а информацию в файлах, либо же мы с помощью утилиты grep можем там, читать из входящего потока, который идет на поток там, stdin. Что мы с вами делаем? Как раз таки мы утилите grep сообщаем, что мы хотели бы найти все, что у нас идет в файле messages по конкретному полю поиска. Вот, оно у нас в данном случае будет подсвечиваться, и вот мы с вами получаем вывод. То есть мы, ну, он весьма большой, да, потому что лог файла большой. Ну, давайте, наверное, чуть поменьше, чтобы было чуть-чуть более видно. Мы с вами создавали уже файл. Да, и давайте как раз-таки об этом поговорим. То есть, ибо мы хотели там найти содержимое файла, где у нас присутствует, например, там, да, некая часть нашего файла, отвечающая за 5. То есть, и как раз утилита grep выведет нам эту строку. То есть, если рассматривать чуть более подробно, что происходит, то есть мы с вами вызвали с помощью утилиты grep наш файл, прочитали его. Данный файл у нас попадает как раз-таки в поток stdout, который у нас есть в системе. И благодаря использованию, скажем так, разделительной вертикальной черты, ничто именуемое как pipe в данном случае, весь поток информации, который мы получили с нашего пайпа, ну, не с нашего пайпа, а с работы утилиты cat, мы перенаправляем в утилиту grep. То есть мы ей на вход подаем, на вход утилиты grep, мы подаем весь выход с работы утилиты cat. То есть таким образом как раз-таки уже дальше включается работа утилиты grep, и мы с вами получаем, скажем так, вывод уже после команды grep. То есть мы как раз-таки с вами получили строку, которая имеет в себе нужную нам информацию, да, которую мы с вами искали в рамках этого файла. Как, в принципе, увидеть pipe внутри системы? У меня уже небольшая заготовка на эту тему есть. Ну, давайте я сейчас это удалю все. А, вот, кстати, по умолчанию, если, имейте в виду, если я не подставляю, да, если я не согласен с удалением, он ничего не удаляет. Но это в Redos. В других операционных системах оно бывает по-разному. Итак, как это можно сделать? То есть pipe
в нашем случае, это не что иное, как канал FIFO. First in, first out. И для создания таких именованных каналов в Linux можно воспользоваться утилитой makeFIFO. И давайте дадим ему название, ну, например, pipe1. Давайте теперь посмотрим с помощью утилиты ls, как это будет выглядеть, то есть что из себя будет представлять наш pipe. И вот вы видите, да, что, скажем так, тип файла p – это pipe. Как раз-таки мы видим, что это наш именованный канал. Что с этим можно сделать? То есть давайте для примера посмотрим на следующее. Что здесь можно сделать? Ну, например, так, мне потребуется только запуск еще одного терминала, потому что в рамках одного терминала это не получится. Так, давайте сделаем следующее. Давайте мы с помощью утилиты Echo что-нибудь отправим в наш pipe. Так, он у нас называется pipe1. Я бы сейчас предпочел не останавливаться над формулировками того, что я здесь сделаю. Ну, если коротко, я в наш именованный канал пишу слово hello. Ну, это так, если коротко. Вот мы видим, что у нас все это отработало. И мы с вами, это пид процесса, то есть у нас это все в рамках запущенного процесса. И теперь давайте мы с вами, ну хотя может быть в рамках этого терминала, мы прочитаем, что у нас лежит в нашем именованном канале. И если вы посмотрите, мы с вами получили как раз-таки то, что мы в него отправляли. То есть формально это буфер, в котором лежит наша информация, которую мы ему отправили, и она дожидается того момента, пока она не будет прочитана. С помощью утилиты cat как раз-таки мы это прочитали. Вот. А сейчас буфер уже пустой, потому что мы его с вами вычитали. Если я еще раз запущу работу именованного канала, то ничего не произойдет. Не произойдет по одной простой причине, потому что буфер пустой, и он ждет, пока в него что-то будет записано. Давайте я сейчас попробую сделать это здесь, а только мне надо будет залогиниться, потому что у меня все под рутом. Да, и давайте мы что-нибудь еще туда отправим. Ну, давайте даже так. И отправим pipe. И вот, кстати, видите, мы с вами вот получили содержимое этого буфера. Как только в него что-то упало, мы получили его вывод. И после этого все, у нас наш именованный канал стал пустым. Так, так, давайте вернемся к вопросам. Так, Павел пишет, Pipe работает только с текстовым форматом или туда можно передавать бинарные данные тоже? Pipe работает с любой информацией, которую вы туда передадите, но если вы предполагаете, что вы внутри пайпа сможете что-то исполнить, какой-то, то есть если вы подразумеваете, что вы хотите что-то там запустить с точки зрения того исполняемого файла, у вас это не получится. То есть это не что иное, как хранилище. Это буфер, который у нас хранит просто какую-то информацию. По ограничениям по размерам, раньше буфер, по-моему, был 65 килобайт, если мне память не изменяет. Сейчас он стал несколько больше. А, как это увидеть? Давайте мы с вами посмотрим. Так, да, выйдем отсюда. Так, у нас в каталоге procsys fs и pipe. Pipe max size. Так, у нас есть ограничение на этот буфер. То есть наш буфер — это данные у нас в байтах. То есть если вы переведете это число в мегабайты, вы получите 1 мегабайт. То есть максимальный размер канала, который может быть установлен, 1 мегабайт. Ну, то есть больше 1 мегабайта вы в этот канал не засунете. То есть либо вы же должны настроить систему таким образом, да, чтобы он вычитывался, чтобы он не заполнялся. Формально это значение тоже можно изменить. Его можно сделать больше.
Но это уже нюансы, скажем так, да, я с таким не сталкивался. То есть у меня не было таких целей, задач, когда мне бы это было не необходимо. Так, по работе с пайпами, я думаю, все. То есть давайте с вами перейдем еще к работе с другими утилитами. По-моему, я заготовил небольшую. Так, да, работа с файлами. Так, ну вот, например, давайте поработаем дальше с утилитами. Так, мы видим, что у нас есть утилита file1. Так, вот смотрите, у нас есть просто некий набор информации. Что мы, в принципе, можем сделать утилитами, которые, как правило, есть в системе? У нас есть полезная утилита WC, которая позволяет у нас производить подсчет количества слов, строк и символов файла. Как это работает? То есть мы утилите WC передаем в качестве входного аргумента имя нашего файла. И что мы здесь с вами получаем? В данном случае мы с вами получаем так, количество строк, количество слов и количество символов в файле, которые у нас есть. Давайте, например, сейчас я посмотрю, что тут еще по файлам есть. Он пустой. И файл 3, да? Так, ну, либо вот, например, тоже заготовлен файлик. Так, ну вот, если мы, допустим, возьмем заготовленный файлик там, SSHD-конфиг, вот он будет у нас обладать 128 строк, 440 слов и количество символов в файле. Дальше. Давайте поговорим еще про утилиту TR. TR – это утилита, которая используется у нас для замены, замещения или удаления символов. Что под этим подразумевается? Давайте, например, прочитаем с вами файл 1. И с помощью утилиты TR поменяем, например, некоторые символы. Например, вот так мы с вами сделаем. Сейчас я вам все, сейчас вот так покажу. Так, вот наш исходный файл. Что мы с вами делаем с помощью этой утилиты? Мы говорим, что мы читаем файл, и в рамках данной утилиты мы меняем, например, все символы M на символы A. То есть, если мы с вами посмотрим на текущий файл, да, то мы видим, что, допустим, должно поменяться. Давайте, например, букву T для наглядности поменяем. Вот мы видим наш текущий вывод. То есть, данная утилита работает не только с символами, она может работать с наборами символов, с регулярными выражениями. То есть, это, в принципе, все можно сделать. Например, более жизненный пример. Давайте, например, поговорим про файлик passvd, который находится у нас в конфигурационных файлах. Что мы можем сделать с ним? Ну вот, например, passvd. Да, это системный файл, в котором хранятся все наши пользователи и их параметры. Да, то есть там есть ID пользователя, его группа основная и так далее. И что бы мы хотели? Например, ну, мы с вами видим, да, что разделителем в данном файле у нас выступает не пробел, а двоеточие. Например, мы бы с вами хотели заменить все вхождения двоеточия как разделителя на пробел. Собственно, мы это и указываем. Да, в данном случае это просто для наглядности я указываю. Вот, но пробел в любом случае надо вот скобки будет взять. Что мы с вами видим? То есть мы получаем с вами действительно тот же самый вывод, но где у нас все двоеточия заменены на пробелы. То есть в том числе у нас утилита может быть и в этом полезна. Или вот, например, давайте рассмотрим с вами такую небольшую заготовку. Вот, например, что бы мы хотели здесь сделать. Например, мы подаем на вход нашей утилите строку nice to meet you. И мы хотим заменить, скажем так, да, символы,
собственно, что мы увидим? То есть мы с вами с помощью этой утилиты с флагом минус D мы удалили с вами все маленькие символы. То есть здесь происходит у нас удаление. Также можно указывать диапазоны значений символов, которые мы бы хотели поменять. Да? Как это выглядит? Например, мы хотим заменить в диапазоне от A до M все символы на O. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. То есть мы действительно все символы, которые у нас есть в диапазоне от A до M, мы с вами заменили на букву O. То есть в целом, как бы это также одна из возможностей утилиты. Так. К чему бы еще нам интересному перейти? Так, задавайте пока ваши вопросы. У нас уже осталось не так много времени, поэтому я с удовольствием на них отвечу. Так, Эндрю спрашивает сет. Сет постараемся рассмотреть, но как бы тоже не глубоко. Так, Павел, про сокеты побольше расскажите. Смотрите, про сокеты явно не в рамках нашего открытого урока. Поэтому как бы в любом случае мы их рассматриваем уже в рамках курса чуть более подробно. Так, да, сет АВК. Да, я предлагаю тогда, наверное, перейти к более интересным утилитам с моей точки зрения. Это как раз-таки утилиты сет и АВК. То есть давайте пока сейчас вернемся к презентации. На самом деле запланировано многое не успел. Итак, что такое АВК? АВК – это сценарный язык построчного разбора и обработки входного потока данных. То есть это может быть как и текстовый файл, это может быть и вход с пайпа, то есть в зависимости от того, как мы это применяем. И он используется у нас в сценариях командной строки. Собственно, он был написан весьма давно, да, он первая версия там, в 1977 году. То есть он еще весьма задолго до выхода первой версии ядра Linux. То есть утилита очень давно используется. Итак, ну, я думаю, наверное, чуть побольше надо поговорить про примеры. Но коротко расскажу, АВК на самом деле это чуть больше, чем просто редактор. Внутри АВК встроена работа с математическими функциями. Много всего есть. На самом деле, как бы, даже я, буду честен, я не знаю весь функционал работы АВК. То есть я с ним постольку поскольку. Не скажу, да, что я назову себя профессионалом при работе с АВК. Но когда это требуется, действительно, утилита весьма мощная и поработать можно. Так, Алекс пишет, до утра совершенно свободен. Да, я с вами согласен, про АВК, в принципе, наверное, можно выделить вообще, если не курс, то минимум целая лекция на работу с АВК. Так, по примерам. Давайте с вами перейдем в работу с примерами. Итак, давайте начнем с простого, например. Давайте посмотрим с вами на то, как у нас сейчас выглядит наша файловая система, какие каталоги и где примонтированы с точки зрения того, что знает про это операционная система. Как это выглядит? У нас есть файл, в котором мы видим имя файловой системы, которая используется и где она используется. Да? То есть каталог props, точнее файловая система, вот наша там props, псевдофайловая система находится в каталоге props. Файловая система tmpfs находится в dev.sh, к примеру, да, тут в принципе описано все, то есть здесь у нас используется все. Например, вот есть вот наш диск dev.sda2, да, и точка его монтирования, то есть где он находится. Давайте в рамках этого файла мы с вами рассмотрим работу с АВК. Ну, например, с чего начнем? Давайте начнем с самого простого. Ну, например, мы не хотим видеть весь этот вывод, да, а хотим с вами получить только файловые системы, которые есть у нас в системе. То есть мы с вами понимаем, что у нас идет разделение на пробелы, и, в принципе, мы сейчас с помощью этого и посмотрим, что мы сделаем. Мы вызываем нашу утилиту АВК. У нее
специфичный вот параметров, то есть к нему надо тоже привыкать. И пока руками вы все это не пройдете, да, вы, грубо говоря, от меня там сильно большой пользы не ждите. То есть при работе с АВК необходимо иметь практику. То есть недостаточно того, что вы увидели, всегда это надо все своими руками посмотреть. И что мы делаем? Мы просим весь вывод утилиты mount отправить на АВК, и АВК нам напечатает первый столбец в данном случае. То есть, ну, формально это будет, скажем так, первая часть строки до разделителя. В нашем случае разделителем является пробел. Давайте посмотрим, что нам эта утилита выдаст. И вот действительно, вот что мы с вами видим вывод. То есть мы с вами получили не что иное, как первый столбец до разделителя. То есть вот он действительно есть. Ну, давайте усложним немножко нашу задачу. Например, ну, мы хотим исключить он, да, и хотим посмотреть, где у нас точка монтирования находится. Что мы для этого делаем? Для этого мы с вами в параметры передаем, скажем так, третий столбец в нашем случае по разделителям, да, если считать. Вот у нас первый столбец, разделитель, вот он идет, пробел в качестве разделителя, второй и третий. Ну, давайте посмотрим, что мы получим на выводе. То есть мы с вами видим, да, и точки монтирования, и файловые системы, которые у нас монтируются. Это все находится здесь. Давайте пойдем дальше. Давайте вернемся к работе с нашим примером PassVD. Да, давайте я его еще раз для наглядности выведу. Вот. Смотрите, в рамках данного файла у нас разделитель будет двоеточие. Ну, давайте посмотрим, что мы получим здесь. PassVD. Итак, смотрите, мы с вами вызвали, да, там, первый столбец и третий. Но по факту мы получили полный вывод. Полный вывод мы получили по одной простой причине, потому что мы с вами не указали, точнее, по умолчанию АВК считает, что разделитель является пробел. Но в данном нашем конкретном случае у нас разделителем является двоеточие. Ровно по этой причине мы с вами не получили то, что хотели бы. Как нам эту ситуацию исправить? То есть для того, чтобы эту ситуацию исправить, мы явно указываем утилите АВК, что является разделителем. Для этого мы используем ключ минус F с указанием двоеточия. И вот смотрите, что мы получили. То есть мы с вами для наглядности получили, получается, первое поле и третье поле. Да, root 0, root 0. Все, мы получили это поле. Ну, давайте используем не третье поле, да, например, нас интересует командная оболочка при запуске данного пользователя. Мы с вами сейчас можем не что иное, как посчитать по количеству разделителей, да, какой нам нужен столбец, но можно пойти чуть более иным путем. Мы знаем, что у нас в данном случае поле будет использоваться последним в строке, и специально у нас для этого зарезервирован такой флаг, как NF. И вот смотрите, что мы с вами получаем. То есть мы с вами получаем первый столбец, да, имя пользователя, и командную оболочку, которая используется при работе с пользователем. Так. Что еще можно посмотреть с помощью АВК? Давайте, например, так, Эндрю вот написал NF минус 1, да? Попробуем. Так, нет, оно не так, оно там, если я правильно помню, и оно еще дополнительно экранируется. Нет, наверное, не так. Если кто помнит, подскажите, пожалуйста. Ну, наверное, оно так экранируется. Я сейчас то точно не вспомню. Так, правильно вот у нас идет экран и, собственно, домашний каталог нашего пользователя. То есть предпоследний, да, получается, если вернемся сюда. Там уже далеко с вами ушли, да. То есть вот предпоследнее поле. Так,
Давайте что еще можем посмотреть? Давайте мы с вами посмотрим, например, файл prod cpu.info. Что есть файл? В данном файле у нас содержится информация о нашем процессоре, который у нас находится в системе. Ну, в данном случае это виртуальная машина. У меня задано всего одно ядро моей хостовой машины. Смотрите, в данном случае мы видим с вами разделитель здесь у нас двоеточие. Да, мы с вами что можем сделать? Мы с вами можем уйти вот двоеточие. Так. И поступить следующим образом. То есть вот мы с вами вызовем уже первый и второй столбец без использования двоеточия. Да? То есть мы указали в качестве разделителя двоеточия. И таким образом это можно посмотреть. Так, в принципе, чтобы я... Хотел еще сказать про АВК. АВК, в принципе, штука весьма мощная. То есть, помимо того, что я вам сейчас показал, она выполняет на самом деле много что. И вы можете вплоть до вычисления математических выражений осуществлять. То есть, я там встречал и функции косинус, синуса внутри. Это максимально скриптовый язык. И вот, буду честен, погружение весьма глубокое в работу этой утилиты. Могу вам показать в качестве одного из примеров. Это... мною найденный скрипт на просторах Хабра. Тут, конечно, используется много что, в том числе утилита АВК, утилита SET. То есть, если вы очень глубоко в это погружены, и вам это необходимо, то есть, я думаю, для вас не составит труда прочесть, что здесь на самом деле происходит. Но давайте вот посмотрим на вывод. То есть, мы по факту здесь с вами коротко пробежим, да, из файла нашей батареи мы вычитываем информацию о ее заряде, получаем информацию о текущей загрузке системы, дату, время нашу текущую, и все это вот реализовано с помощью простых там терминальных утилит. Это утилита АВК, утилита SET и так далее. То есть, вот в том числе, что как один из возможных вариантов получения информации. Так, про... утилиту АВК очень коротко, очень поверху мы с вами пробежались. Давайте поговорим про утилиту SET. Утилита SET – это Stream Editor, это потоковый редактор. То есть он позволяет у нас в рамках работы с поточными данными изменять по тем или иным правилам какие-либо наши данные, которые мы ему передаем. Для примера. Давайте с вами рассмотрим, ну, например, вывод, точнее, в данном случае мы с вами рассмотрим то, как произвести замену в файле с одного слова на другое. В данном случае это у нас используется замена, то есть мы говорим явно с помощью утилиты SET, что мы хотим заменить. Мы хотим заменить любое вхождение слова «тест» на «another test». Ну или даже давайте не «another test», а, например, заменим это так, для большей наглядности. То есть мы на вход утилите SET сейчас подаем данную строку, и давайте посмотрим, что будет на выходе. То есть мы с вами вот увидели, да, что утилита SET обнаружила вхождение слова «тест» и подставила замену на «another test». В данном случае мы с вами получили такой вывод. Помимо этого, что еще позволяет эта утилита? Так, как раз-таки вернемся к тому, что у меня здесь заготовлено. Да, вот, например, у меня есть некий файлик, в котором у меня вот есть три строчки. Так, например, что бы я хотел сделать? Например, давайте также здесь поменяем слова вхождения, да, теста. И посмотрим, что будет. То есть утилита SET у нас может работать как с поточным редактором, так и с файлом, который мы ей передаем на вход. То есть вот в том числе мы указываем наш текущий файл. То есть мы говорим, что мы слово «тест» заменим на «another test». Что мы с вами получили, да? То есть мы вот с вами получили вхождение. При этом имейте в виду, да, что здесь у нас нету ни пробелов, ничего, да, между «my» и «another». То есть как есть, так и вставили. То есть, как мы здесь указали, так оно и вставлено. Так,
Давайте посмотрим, что еще нам позволяет утилита set. Например, с помощью утилиты set мы с вами можем удалять строки. Мы с вами можем удалять строки, основываясь на тех же правилах, что мы говорим при замене, да, то есть по вхождению какой-либо этой части. Но давайте для примера. Например, мы с вами хотим удалить вторую строку. То есть у нас для этого используется ключ минус S с указанием второй строки. Как это будет выглядеть? То есть у нас было три строки, из них мы удалили вторую. То есть это тоже один из возможных вариантов использования. Что еще можно у нас? У нас еще также можно удалить строки, в которых у нас есть определенные вхождения. Да, например, мы хотим удалить строку, в которой у нас фигурирует слово no. Да, вот или там часть строки в данном случае. И мы вот также по вхождению, не по строке, а по вхождению определенного набора символов, мы с вами это удалили. Так, давайте немножечко чуть более жизненный пример с вами рассмотрим. Что бы я хотел показать? Так, LS. Так, смотрите, вот у меня здесь есть файлик SSHD config. Я думаю, большинство вам будет знаком, да, то есть это настройка нашего сервера. И давайте с вами найдем здесь поле password authentication. То есть пробежаться коротко, это мы позволяем парольную авторизацию на SSH сервере. Ну, например, что? Например, мы с вами хотим запретить это делать, да, там на большом количестве машин. То есть там сотни, две сотни и так далее. Естественно, вы не полезете это делать руками. Допустим, у вас нету Ansible, там нету еще чего-то, но при этом у вас есть Bash. Вы будете подключаться и эту строчку менять. Как это можно сделать? С помощью утилиты set. С помощью утилиты set это делается следующим образом. В данном случае мы с помощью утилиты set ищем нашу строку password authentication и внутри этой строки делаем замену с yes, да, то есть с разрешить на запретить. И при этом мы также с помощью данного ключа мы указываем, что исходный файл мы с вами также сохраним. То есть, но, в принципе, мы можем с вами этого не делать. Итак, давайте запустим, посмотрим. Что теперь нам выведет содержимое нашего SSHD конфига, да? И давайте сразу пофильтруем наш файл, чтобы не выводить его полностью, с значением поля password authentication. То есть и таким образом мы с вами получили значение этого поля 0. То есть вот как один из возможных примеров использования утилиты set. Вот можем пойти с вами таким путем. То есть это одно из, опять-таки, повторюсь, применения. Так. Глубоко тоже в сет с вами залезать не будем. Так, а пока проговорили, сет проговорили. Давайте с вами пробежимся еще по работе с поиском файлов в операционной системе. Поиск файлов, поиск директорий. Что у нас для этого есть? У нас для этого...